ты козел. И еще одна штука начинается на «э». Экватор? Это что-то вроде искусственного адреналина. Эпинефрин. Одну минуту. Вот стерва. Капли в нос. Сучка поганая. Че? Капли в нос. Там эфедрин. Можно кайфануть. Правда, отличная скачка. Отличная лошадь, братан. Что за херня? Какого хера? А что такое? Это не я, это все ты. Ты что с тобой, слышь? Что с тобой? Господи. Очень трудно не расколоться. Извините. Помогите! На помощь! На помощь! Все! Привет, Эван. Я хочу сыграть в игру. Ситуация, в которой ты оказался, твоих же рук дело. Вы запугивали тех, кто имел физические отличия. Но сегодня этот страх испытаете вы сами. Ты должен оторваться от сиденья, к которому приклеен. Затем опустить красный рычаг, находящийся перед тобой. Но без жертв не обойтись. Возвращаемся к тому времени, когда музыкальная индустрия развивалась на ранних этапах бизнеса звукозаписи. Лейблы предпочитают легко управляемых артистов, которых не волнуют деньги. Большинство людей не видят контракты в полной форме. Это сумасшествие. Там всегда много деталей. Это законодательно на уровне государства. Они выкладывают лишь основную часть. Но за ней много приложений, о которых никто не говорит. Артисты зарабатывают деньги для стольких разных людей, которые не имеют отношения к креативному процессу. Нет другого пути. И в случае, если лейбл решает, что он хочет больше продвигать твою запись, тебя не отпустят, тебя просто отложат на полочку.